Как вы думаете, какие стереотипы сложились вокруг Сибири? Медведи на улицах сразу спрашивают, а где ваши медведи? Если бы не медведи, в Сибири бы все бы умерли. Что такое Сибирь? Настоящая Сибирь, я бы в трех словах. Это много снега, добродушные люди, полный стол. Сибирь сейчас очень прогрессивная, она инновационная. Три характеристики настоящего сибиряка. Спокойный, уверенный в себе, доброжелательный, наверное, к гостям, к чужим людям. Но это правда. Открытый, добрый. Как вы думаете, чем Сибирь может гордиться, по-настоящему гордиться? Для меня жизнь – это путешествие. А Сибирь – это один из лучших маршрутов. And for me, Siberia is like the holy grail of unique. My goal here is to dispel some of the stereotypes that are existing right now about Siberia. Siberia is very far away and very, very beautiful. It is the most beautiful place I have ever seen in my life. It's very energetic, the people are very friendly, and it's blooming. I really like this place.